Добрый вечер. Вы смотрите новости ТВК в студии Виктория Столярова. И прямо сейчас о главных событиях этого дня. День весны и труда. Как первомайская демонстрация и монстрация прошли в Красноярске. Какими лозунгами удивляли. Редкие кадры советских демонстраций в Красноярске, посвященных Дню весны и труда в проекте Натальи Кечиной. 4 вагона и те забиты. Красноярские дачники жалуются на переполненные электрички. Полицейские забрали 4-месячного ребенка у матери, которую соседи неоднократно видели в нетрезвом виде. Сама женщина все отрицает. Тысячи людей в колонии и громкие лозунги. В Красноярске прошел первомайский парад. Собрались профсоюзы, партии и рабочие. Люди требовали поднять зарплату и обеспечить достойный труд. Как это было в репортаже Маргариты Дюбановой. Повышение зарплаты, работа без сверхурочки. Вернуть доплаты за расширение зоны обслуживания, но чтобы по труду платили. Началась демонстрация ровно в 11 утра, и традиционно люди требуют повышения зарплат, повышения стипендий, достойный труд и работу. В Анкоре требуют достойную зарплату. Да, 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 мы же за всех говорим, чтобы у всех была такая же достойная зарплата. Кто в колонии каждый год, это радиозавод. Еще не все потеряно, так что молодежь идет. Поддержать мир, труд, май в нашей стране. Мы работяги, да. Хорошая погода, хорошее настроение. У людей такой порыв патриотический. Это прекрасно. Следом за демонстрацией идет монстрация. Это такой парад с шутливыми лозунгами. Вот, например, «Свободу Ходорковскому, берите займы у кальмаров». Девушка, я не танцую! Молоко, творог, сметана! Молоко, творог, сметана! Я решила, что кто-то должен быть крайний, хотя бы в цари. Праздник весны и труда! На площадь! Подходят колонны! Все мероприятия начались в указанное время, и до настоящего момента никаких происшествий не произошло. В штатном режиме проходят мероприятия. Когда большое количество населения плечом к плечу, там душа к душе, сердце к сердцу участвуют в таких объединяющих форматах, это всегда хорошо. Причем на благие цели. Да здравствует солидарность трудящихся! Ура, товарищи! Следом первомайское шествие прошло еще и от партии КПРФ. Двигалась колонна также по проспекту Мира, а после завернули опять же на площадь Революции, и здесь прошел митинг. Подрастающая молодежь воспитывает. Идем, чтобы маленько как-то изменить власть, что-то показать. Мне здесь интересно показалось, ну что, я же ни разу здесь не был, вот решил здесь как бы побывать. Мы жили, не зная проблем. Все решало государство. Все решала советская власть и коммунистическая партия Советского Союза. Это мы только вспоминаем сейчас то, что мы потеряли. Но мы в то время ворчали, что-то не так, что-то неладно. 3 калеки уже наше поколение вымерло, и все. Вот пришла как на похороны, вот смотрю, какое настроение. Раньше вот вся площадь заполнялась, а теперь что? В третьей части выпуска не пропустите архивные кадры, как в Красноярске во времена Советского Союза проходили демонстрации, посвященные Дню международной солидарности трудящихся в проекте «Кинохроники Красноярья». А в Москве не обошлось без задержания на первомайской демонстрации. 25 человек из колонны пси-активистов, которые несли плакаты о психических расстройствах, находятся в отделениях полиции. Активисты несли плакаты с лозунгами «Я знаю свой диагноз, а ты» – «Биполярочка – не модный аксессуар, это мой диагноз» и «Нас больше, чем кажется». Люди также сообщают, что при задержании полицейские применяли силу. Сегодня здесь, на Красной площади, все сенаторы...
Задержали около 10 активистов на первомайской демонстрации в Петербурге. У них были с собой флаги Украины, Великобритании, США и других западных стран. А в Кемерове митинга не было. В Федерации профсоюзных организаций Кузбасса решили не проводить акции из-за трагедии в Зимней Вишне. Напомню, пожар в Кемеровском торговом центре произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. И к другим темам. Не могут уехать на дачу, потому что просто не влезают в поезда. В новости ТВК обратились красноярцы, которые жалуются, что в электричке, на которой они ездят на дачу в западном направлении, всего 4 вагона. За 3 станции в черте города состав переполняется настолько, что людям не хватает не только сидячих, но и стоячих мест. В утренней давке сегодня побывала Алена Крашенинникова. Вот так втискиваться в поезд сегодня приходилось дачникам на первой станции ЖД «Вокзал». После отправления в электричке уже нет свободных сидячих мест. Люди рассказывают, для дачников пустили состав всего в 4 вагона, и это в праздничные дни, когда большая часть горожан отправляется на свои участки. Сегодня красноярцы радуются. Некоторые дачники покинули город еще вчера. Вот так выглядели вагоны накануне, однако уже представляют, в какой давке они поедут обратно. Особенно вот я из Пугачева еду, невозможно сесть. А если да, сюда ближе, вообще люди стоят, не заходят. Третий день сегодня еду, и все время вот так вот переполнено. Столько народа, вот безобразие какое, а? Это самое настоящее безобразие. Выходной день и давать 4 вагона. А сейчас подождите, путепровод зайдет и вообще на путепроводе битком. Там так столько народу, что люди стоят в тамбуре. На путепроводе второй станции атмосфера действительно накаляется. Людей настолько много, что за время остановки они даже не успевают подняться в вагон. Осторожно, двери закрываются. Смотрите, действительно, мы проехали всего 2 станции, ЖД «Вокзал» и путепровод, а места уже заняты не только сидящие все, но и стоящие. Люди уже начинают толпиться в вагонах. А эта станция 3-я. В вагоне добавилось еще 30 пассажиров. Люди даже не пытаются пройти внутрь, они остаются в тамбуре. В пресс-службе Красноярской железной дороги нам пояснили, на выходных они ожидали большого количества пассажиров. В обычные дни в направлении Минина уезжают 3 состава в 6 и 8 вагонов. В майские же праздники к ним добавили еще одну электричку в 4 вагона. Однако, говорят, в пресс-службе они отследили ситуацию. Именно этот поезд заполняется на 160%, то есть это больше, чем в 1,5 раза. Поэтому вагонов к поездам добавят и сделают это уже к 9 мая. Число вагонов в них непостоянное, оно будет увеличиваться, конечно же. Сейчас теплая погода, количество пассажиров, которые выезжают на свои пригородные садовые участки, увеличивается, можно сказать, ежедневно. И эта ситуация мониторится. В том числе будет увеличено постепенно и количество вагонов в утренних электропоездах. А для тех, у кого есть вопросы к качеству перевозок, например, ко времени отправления или количеству подвижного состава, работает горячая линия 2-730-368. Предложения там принимают до 20 мая и их обещают учесть при составлении летнего расписания. Алена Крашенинникова, Владимир Антонов, новости ТВК. Автобусы отменили. Сегодня вступили в силу изменения в схеме движения общественного транспорта. На городские улицы не вышли автобусы 4 маршрутов – 76-го, 79-го, 84-го и 89-го. Так пустовала сегодня остановка Бикси на Гайдашовке. Еще вчера там ходили 76-й и 79-й автобусы. Не появился 76-й на Караульной, а он, отмечу, единственный автобус, который связывал Покровку и район Брянской развязки. Пассажиры 84-го и 89-го маршрутов тоже сегодня вынуждены были искать альтернативу. А все пазики, которые раньше ходили по 84-му маршруту, сегодня перешли на 69-й. Увеличение автопарка вызвало неоднозначную реакцию у жителей Солнечного. Одни были довольны тем, что автобусов стало больше. Другие возмутились, что на важный для людей маршрут направили старую маловместительную технику. Забрали 4-месячного ребенка прямо из квартиры. В новости ТВК обратилась красноярка. Она рассказала, накануне к ней домой явились полицейские, скрутили ее и отобрали у нее малыша. У меня муж пришел с работы с другом. Взяли 2 бутылочки пива. Все. Я была совершенно трезвая. Я на грудном вскармливании. Они приехали и забрали моего мужа, скрутили меня. Вот руки все в синяках, я побои сняла уже. И забрали моего 4-месячного ребенка. Я наняла адвоката, будем в прокуратуру писать. Оказалось, что полицию вызвали соседи, они рассказали. Родители часто видели в нетрезвом виде. Вчера она тоже пьяная была? Очень, очень. Только она бегала, здесь орала. Как определяли, что пьяная?
Шатается. Она вчера шаталась. Она вчера, она его чуть не уронила, буквально вот сюда. Сейчас, я-то из окна видела. Как вот. Как это чуть не уронила? Прям 4 она месяца. Его держала одной рукой, как будто бы он взрослый. Вот так. И он у нее перевернулся. В полиции сообщили, ребенка изъяли в дом малютки, посоветовавшись с органами опеки. По словам сотрудников, от его матери исходил запах алкоголя, и она вела себя агрессивно и не стала проходить медицинское освидетельствование. А в доме находилась компания, участники которой по внешним признакам тоже были пьяны. Разбираться в ситуации будут органы опеки. За отдых будем платить больше. В каких регионах России начал действовать курортный сбор, расскажем через 4 минуты. Где можно получить георгиевскую ленточку в преддверии великого праздника? Об этом через 6 минут. Вы смотрите новости ТВК, и мы продолжаем выпуск. 20-градусное тепло сменится похолоданием и снегом. Испортилась погода уже сегодня после полудня. Подул сильный ветер, а небо заволокло тучами. В Зеленой Роще ветер оборвал провода, 17 домов временно остались без света. Ощутимый холод синоптики прогнозируют уже этой ночью. Температура опустится до 2 градусов тепла и так продержится до конца недели. Заметно прохладнее станет и днем. До воскресенья столбик термометра не поднимется выше 11 градусов, а мелкий дождь будет сменяться мокрым снегом. Подробный прогноз погоды на завтра и в ближайшие дни смотрите в конце новостного выпуска. Но последним теплым днем не могли не воспользоваться красноярцы. В жаркую погоду люди не пошли в кино и театр. Самым популярным местом отдыха стала Левобережная набережная. А что стало основным занятием, об этом новости ТВК спросили самих красноярцев. Вот сижу, отдыхаю, прошлась по набережной. С прогулки? Но. А куда-нибудь на природу или, может, на дачу? Да не знаю, мне здесь очень нравится. По Енисею очень красиво. Работать сейчас пойду. А вы? Работать пойду. Она со мной работает. И даже нет времени на отдых, на пикник, на прогулку? Ну, это наш отдых, так скажем, это наш досуг. А чем вы занимаетесь? Играем на гитаре. Уличный музыкант. Наслаждаемся погодой. Природа, кино, парк, может? Не, ну мы прошлись, красивую набережную посмотрели, сделанную. Парк, не до того, хотелось подышать воздухом на Енисее. Прогуливаемся? Ну да. Может, отдых, кино, дача? Нет, не, эти выходные нет. Просто здоровая прогулка, дышим свежим воздухом. Ну и завтра еще последний день выходных, как его планируете провести? Так же, на дачу и на рыбалку. Отлично. Ну а клюет? Сейчас, русский. Заплатить за отдых в России придется еще больше. Сегодня вступил в силу экспериментальный законопроект, обязывающий туристов платить курортный сбор. Однако пока он действует лишь в двух регионах – Ставропольском и Алтайском краях. 16 июля к ним присоединится Краснодарский край и только через год – Крым. На ставропольских курортах Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск платить придется 50 рублей в сутки с человека. На Алтае под эксперимент попал только город Белокуриха. Ценник пребывания там составил 30 рублей. Взимать плату будут гостиницы, санатории, кемпинги и даже частники, сдающие жилье. Все они будут зарегистрированы как операторы курортного сбора. При выселении они включат этот самый сбор в чек проживания. Частника, который регистрацию не пройдет, накажут штрафом от 2 до 5 тысяч рублей. Для гостиницы курортов сумма больше от 5 до 10 тысяч. Денежное наказание понесут и туристы, которые выбрали жилье, не зарегистрированное в статусе оператора. Их оштрафуют на сумму от 500 до 2 тысяч рублей. Однако под сбор попадут не все. От платы освободят несовершеннолетних, инвалидов, малоимущие семьи и одиноко проживающих людей. А также студентов, очников, работников предприятий, находящихся на территории туристического эксперимента, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. В Красноярске появится музей Дмитрия Хворостовского. Минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом. Об этих и других новостях в рубрике «Новости коротко». Музей Хворостовского красноярцам. После смерти знаменитого оперного исполнителя его родители отправились сюда, в Красноярск, место, где Дмитрий Александрович начинал свою карьеру, порядка 200 экспонатов. Это и различные награды, например, скрипичный ключ, который в Москве после смерти баритона вручили его родителям, и костюмы, в которых он выступал на лучших сценах мира. Сейчас для учреждения в Министерстве культуры подыскивают подходящее помещение.
А прожиточный минимум и МРОТ теперь равны. Сегодня вступил в силу закон, поднимающий минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Напомню, сейчас эта сумма составляет 11 163 рубля. По словам законодателей, к этому страна шла с 2001 года. И дальше, по словам властей, они намерены двигаться в том же направлении, то есть по-прежнему поднимать минимальный размер оплаты труда. А вот как дождаться очередного его повышения, знают в Гарвардском университете. Американские ученые вывели 5 простых правил, способных продлить жизнь человека на 10 лет. Это полезная пища, регулярные физические упражнения, поддержание нормального веса, а также отказ от курения и умеренное потребление алкоголя. Всего в эксперименте поучаствовало более полусотни тысяч человек. И те, кто придерживались этих правил, смогли прожить в среднем до 93 лет. Завтра красноярцам начнут раздавать георгиевские ленточки. 30 тысяч символов памяти будут вручать до 9 мая в 14 точках города. Так, 2 мая в 10:30 утра получить ленточку можно будет на Театральной площади. 4 мая в 14:00 у Стеллы 50 лет Победы. 7 числа в 9:30 в ДК имени 1 мая и по 4 адресам 8 и 9 мая. Это лишь часть списка, полный вы видите сейчас на своих экранах. Узнать подробности можно на сайте городской администрации, а также на сайте нашей редакции tvk6.ru. Больной раком желудка онколог завел видеоблог. Проект называется «Жизнь человека». У 39-летнего врача, руководителя онкологического центра из Санкт-Петербурга Андрея Павленко диагностировали рак желудка третьей стадии. В таком случае врачи дают пациентам 5 лет. Мужчина решил рассказывать в публичном пространстве о своем лечении, о том, с какими осложнениями может столкнуться больной и как с ними справиться. Например, о чем думает человек, когда узнает свой диагноз, и как чувствует себя после сеанса химиотерапии. Павленко уверен, информация – это главное оружие в борьбе с онкологией. Я хочу, чтобы вы были максимально информированы о своей болезни. Я хочу, чтобы вы знали о всех возможных осложнениях, которые вас могут ожидать. И я максимально открыто хочу рассказать вам о том, как с ними можно бороться. И рассказывать об этом в видеоблоге и подкастах врач будет на сайте издания «Такие дела». Адрес указан сейчас на экране. Как в Красноярске во времена Советского Союза проходили первомайские демонстрации, редкие кадры покажем через 3 минуты. Игры новорожденных медвежат засняли в Роевом ручье. Как развлекаются появившиеся на свет зверята, об этом через 9 минут. Вы смотрите новости ТВК, мы продолжаем говорить о главном. Второй день митингующие по всей стране выходят на улицы в поддержку мессенджера Telegram. Сегодня массовая акция протеста прошла в Санкт-Петербурге. По разным подсчетам, на ней присутствовали от 1000 до 2000 человек. Даже дождь не помешал активистам выразить свое мнение Роскомнадзору. Давай, давай! Вот! Давай, давай! Вот! Давай, давай! Разблокируй! Напомню, накануне на такой же митинг вышли и москвичи. На проспект Сахарова по разным подсчетам пришли от 7 до 12 тысяч человек. Символом этого протеста стала иконка скандального приложения «Бумажный самолетик». Пришедшие без конца запускали их в воздух и скандировали лозунги. Надзору нет свободы! Да! Надзору нет свободы! Да! На акцию протеста отреагировал и создатель Телеграмма Павел Дуров. На своей странице ВКонтакте он написал, цитата, «Тысячи молодых и прогрессивных людей в данный момент выступают в защиту свободы интернета. Это беспрецедентно. Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми». Конец цитаты. Тем временем его приложение заблокировали еще в одной стране. Власти Ирана, солидарные с российскими властями, запретили приложение из-за его полной анонимности. Мировые СМИ со ссылкой на правительство Ирана пишут, что это также угрожает национальной безопасности страны. И продолжает выпуск проект Натальи Кечиной «Кинохроники Красноярья». Сегодня, 1 мая, о том, как в Красноярске во времена Советского Союза проходили демонстрации, посвященные Дню международной солидарности трудящихся.
Самые старые кадры о демонстрации 1 мая в Краевом центре датируются 50-м годом. Даром, что они сохранились без звука, но в сущности все понятно без слов. На трибуне первые лица в колонне торжественным парадом проходят представители предприятий, демонстрирующие достижения нашей промышленности – тракторы, комбайны, особо прекрасные сеятели, олицетворяющие успехи сельского хозяйства. А вот вам Кагановческий район, который, помнят ли все, только спустя 7 лет, в 57-м году переименуют в Октябрьский, а Сталинский район Красноярский скорее 61-м станет центральным. Эти песни-пляски в нашем городе уже по поводу 1 мая в 54-м году. Радость и ликование – это совершенно искренне. Ведь яркими зрелищами спустя 10 лет после войны люди были не избалованы, а тут такое. Огромный шар глобус, взлетающие в небеса голуби, детей даже самых маленьких на демонстрации люди страны Советов потому брали почти всегда. В 1956 году только началось строительство Красноярской гидроэлектростанции, потому колонна ГЭС-строя была, безусловно, главной. Впрочем, как и лозунг, вошедший во все школьные учебники истории фраза Ленина «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны». А еще сохранились кадры демонстрации трудящихся Норильска. Главная площадь многолюдна, хоть и, судя по одежде, в начале мая в северном городе до тепла было еще очень далеко. Главная отличительная особенность празднования 1957 года. На тот момент культ личности Сталина разоблачен с подачи Никиты Хрущева. И, как следствие, с глаз долой, сердце вон. В руках демонстрантов исчезли портреты вождя народов. Вместо них появился Никита Сергеевич. На трибуне, как утверждают архивы кинохроники, старые большевики Григорий Просфирин и Александр Детлов. Год 59-й мало отличался от последующих колоний, все те же предприятия, которыми не зря гордился край. Электровагоноремонтные, телевизорные, комбайновые заводы. Все та же картинка и в последующие годы, наверное, вплоть до конца 80-х, начала перестройки. Ну а потом, хоть дата 1 мая осталась красным днем календаря, отмечать население стало День весны и труда. Расти, расти, моя зарплата, чтоб покрывала все затраты! Хоть теперь для многих 1 мая это лишь повод просто отдохнуть, развлечься или начать дачный сезон, демонстрации все ж проходят. Совсем, конечно, под другими лозунгами. В более неформальной обстановке, зачастую с большим количеством задорной, энергичной молодежи в колоннах. Но по-прежнему с участием порой даже и первых лиц, которые теперь не на трибунах, а ближе к народу. Праздник стал менее заорганизованным. Праздник стал действительно тех людей, кто считает необходимым прийти на шествие. И он стал более понятным людям. Поэтому я думаю, что этот праздник будет жить всегда. Почему? Потому что труд – это основа развития общества. Мир, труд, май! Встречает 1 мая! Мир, труд, май! Встречает 1 мая! Наталья Кичина, новости ТВК. Проект создан при поддержке «Енисей-кино». И мы продолжаем. Установка могил, вопреки санитарным и экологическим нормам, нет паспортов захоронения и хаотичные участки для погребений. Такие нарушения выявили прокуроры после масштабной проверки кладбищ Красноярского края. В ведомстве сообщили, всего выявлено более 850 нарушений закона. Среди наиболее распространенных – это отсутствие книг регистрации умерших, расположение могил не по нормам, а по желанию родственников и захламленность кладбищ. В итоге выдано более 250 предписаний. Ритуальные организации тоже попали на штрафы, там не предоставляли перечни услуг, книги отзывов и предложений, образцы договоров и квитанций. А машины, сдаваемые в аренду для перевозки тел, не мылись и не проходили дезинфекцию. И чтобы на погостах стало чище, Красноярская мэрия ищет добровольцев, готовых помочь в уборке бесхозных могил ветеранов Великой Отечественной войны. Большую акцию на кладбище Бадалык организует муниципальное предприятие «Ритуальные услуги». Сотрудники фирмы в свой выходной сами выйдут на уборку и зовут на помощь всех неравнодушных горожан. На самом большом городском погосте сейчас сотни могил ветеранов, у которых не осталось близких. Сотрудники кладбища ухаживают за могилками, но в преддверии 9 мая требуется помощь. Акция состоится в рамках двухмесячника по благоустройству. Всех добровольцев ждут 6 мая в 10 часов утра на кладбище Бадалык справа от центрального входа. По возможности захватите с собой необходимый инвентарь – тряпки, перчатки, ведра, грабли и мешки для мусора.
Драка уссурийских медвежат. Такое видео опубликовали работники зоопарка «Роев ручей». На кадрах новорожденные медвежата Лев Яшин и Эдуард Стрельцов, а малышей назвали в честь известных отечественных футболистов. Медвежата топчутся на месте, пытаются задеть друг друга лапами, лазают по брусьям и дерутся за столб. В комментариях к ролику красноярцы умилились первыми играми зверят.